время начали строить, так сказать, юг, потому что там самое опасное направление. Вот. Но вот нелюбовь Екатерины, во-первых, в Москве, во-вторых, Баженову, масоном была, она масонов ненавидела, вот, сыграла свою роль, и, в общем, строительство было прекращено, и потом уже, так сказать, стена была восстановлена. Вот. Но, в общем-то, вот эта стена Московского Кремля все-таки строилась по устаревшему немножечко образцу. Потому что это еще конец 15 века, артиллерия себя еще так, в общем-то, не проявляла. Вот. И стены, в общем-то, достаточно высокие, до 19 метров, от 5 до 19. Вот. Но не то. Я уже на Ворошиловском. Так что одевайтесь, выходите во двор, давайте, чтобы я подъехал сразу. Давайте.